Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина. Сегодня снимаю обзор у Эдика. Вы его знаете по курткам. Куртки у Эдика я снимала. У него действительно очень низкие цены на садоводе. И вот сегодня хочу снимать для вас обзор с трикотажем, потому что сейчас пришли футболки, рубашки. Цены 250, 300, 400, 500 рублей. Вот такие цены сегодня будут у нас в обзоре. Я нахожусь, это город Москва, торговый комплекс «Садовод», распродажная линия СТ7, павильон номер 123. Вот телефон Эдика указан, также есть соцсети, ссылки на них будут под видео. И находятся они, чтобы вы не потерялись, между 19, давайте покажем, между 19 и между 20 линией. То есть выходите с этих линий, и между линиями вот павильон СТ7, 123. Ну что ж, поехали смотреть. Итак, начнем наш обзор с платьев. 48-56 размеры этих платьев по стоимости 500 рублей. Здесь идет хлопок с джинсой. Такие джинсовые платья, прямой крой. Обратите внимание, рисунок есть, принт. И эти платья в разных расцветках. Сейчас все буду показывать. Значит, синий, черный цвет, розовый цвет, такой освежающий, прям лето-лето. Ну, кто-то, наоборот, кстати, предпочитает черный, потому что он скрывает недостатки, корректирует фигуру. Голубой тоже красивый цвет. Беж и серый цвет. 500 рублей его цена. Платье, которое выглядит как двоечка, как будто это футболка с сарафанчиком. На самом деле это просто платье, спинка однотонная. Также самое идет хлопок с джинсой. 48-54, стоимость его 500 рублей. 500 рублей вообще самая низкая цена, смотрите. Черный цвет с зеленой футболкой тоже красиво сочетается. Розовый цвет с джинсой. Черный полностью. И черный с джинсой. 48-54, стоимость его 500 рублей. Следующая модель 48-54. Такая же размерная сетка по стоимости также идет 500 рублей. Спереди получается как платьице, как сарафанчик с джинсой вставка. Здесь чистая спинка, однотонная. Тоже цвета розовый цвет, серый цвет. Модель называется «Кармашки». Черный цвет. Розовый вам уже демонстрировала. И черный цвет с черной джинсой. Немножко отличается эта модель по размерам. Так же самое идет 48, но до 56-го, то есть более большие размеры. Модель называется «Молнии». Видите, здесь по бокам идут молнии. Спереди кармашек. Спинка однотонная. Рукавчики тоже идут с джинсовыми вставками. Значит, есть в голубом цвете эта модель. В черном цвете с синей джинсой. В черном цвете с черной джинсой. Стильненько смотрится вот эта модель. Серый цвет. Бежевый. И розовый с синей джинсой. Обратите внимание на эти платья. Здесь идет уже длина ниже колена. Они подлиннее, чем предыдущая модель. 48-58 размеры. Также идут джинсовые вставки. Косая линия из молнии. Что хорошо, косая линия всегда скрывает все дефекты. Она, наоборот, корректирует фигуру, делает ее более узкой. 48-58, цена 500 рублей. Так же, как и у предыдущих моделей. Смотрите цвета. Черный, беж. Это хлопочек все. Розовый цвет. Голубой цвет. Серый цвет. И черный цвет. Этот сарафан будет классно смотреться с какими-то кедами. Смотрите, здесь как будто лямочки идут из кожи. На самом деле это эко-кожа. Джинса, кармашки полноценные. Тут футболочка. Модель классная, смотрится как двоечка. Также цена идет 500 рублей. И размеры... 42-52. И размеры 42-52. Значит, черный с зеленым. Серая с синей джинсой. Черная с черной джинсой.
Тут футболочка идет голубая, тоже классно смотрится. Черная с синей джинсой. И розовая футболочка и синяя джинса. Модель в размере 46-54. По стоимости также идет 500 рублей. Модель похожая на двоечку, да? Футболка и сарафанчик. Сзади спинка ровная. Есть розовый цвет, черный цвет. Мне кажется, вот этот магазин будет очень интересен как и оптовикам, так и рознице, потому что все ищут модели на жару, платьев сейчас нигде нет, а если есть, то очень большие цены. Здесь, смотрите, цены просто фантастика. 500 рублей эти все модели стоят. 500 рублей. Размеры 48-58, стоимость 500 рублей. Также самая такая яркая модель, тоже с молнией, с свинцовой вставкой. Смотрите, в черном цвете, в розовом цвете. Черный цвет уже с красными буквами, прям такая дерзкая. Голубая футболочка. Серая футболка с зеленой надписью. И бежевая с красной надписью. Платье 48-56-58, то есть оно реально такое большое. На молнии, молния рабочая, ну вот, видите, до, получается, до середины груди. Хлопок с капюшоном идет. По стоимости также 500 рублей. Тут вообще сегодня у нас все платья по 500 рублей. Значит, бежевый цвет, серый цвет, модель с кармашком. Кстати, кармашек, видите, если что, застегивается, ничего не выпадет. Голубой цвет очень красивый. Черное платье. Черное с черной джинсой. Длина, кстати, вот, ниже колена. И розовенькое платье. 46-54, по стоимости также 500 рублей, хлопок, сзади однотонная спинка, спереди кармашки и воротничок из джинсы. Смотрите, серый цвет, голубой цвет, розовый. Это как платье-рубашка, черный цвет. Видите, спереди сделано укороченное, сзади удлиненное. И вообще такая модель рубашечного типа. Синий цвет, белый цвет и черный цвет с синими вставками. Размеры 46-54, тоже 500 рублей. Смотрите, здесь идет надпись в серебре и сбоку с правой стороны кармашек. Также самое, 500 рублей в черном цвете, точнее серо-черный, уже черный чистый цвет. Розовый цвет, такой прям просторное, свободное, прямое, и серый цвет. Кто ждал, искал супер большие размеры, 52-62, супер айк еще называю, то есть вот реально большой размер, хлопок. Внизу, смотрите, интересно, мне кажется, сделана бахрома, вот, и тоже как рубашечка внизу можно еще отстегнуть, если вот у вас, например, маленький рост, и для того, чтобы был удобный шаговый шов. Значит, 500 рублей цена и цвета черный, беж, черный с синей вставкой, розовый и голубой. Это платье в размерах 46-52-54, то есть на 54 тоже сядет, если грудь у вас небольшая. Смотрите, с кармашками, хлопок, сверху джинса, спинка идет... почти однотонная, сверху только небольшая джинсовая вставка. По стоимости также 500 рублей. Значит, в голубом цвете, в черном цвете, черный с серым, черный и синий цвет. Это платье в размерах 48-58, также самое, хлопок, спинка однотонная, спереди такой кармашек джинсовый, по бокам рукавчики джинса и идет еще капюшончик. Значит, цвета показываю. Серый, черный цвет. По стоимости также остается его цена 500 рублей. Голубой. Все платья сегодня по 500 рублей. Беж, розовый и серый цвет. Платье в размерах 48-58. Хлопок. Спереди джинсовая вставка, сзади такая полосочка симпатичная. Мне нравится зеленая надпись здесь. 500 рублей, также самая цена.
голубой цвет, черный цвет, бежевый и серый цвет. 48-58-500 рублей. Итак, внимание, бомбическая цена 300 рублей. Вот такие футболки. Размеры 48-56-58, то есть до 58 размера. Ткань давайте поближе покажем. Здесь такой хлопок, он немножечко текстурный как будто бы. Надпись 300 рублей. Такая футболка будет стоить, смотрите, в оранжевом цвете, в желтом цвете, ой, в белом цвете, зеленый, серый и голубой цвет. 300 рублей. Цена та же, 300 рублей, размеры 48-56-58, то есть такие же размеры, остается только меняется принт. Принт такой тоже симпатичный, есть в желтом цвете, есть в сером цвете, цифркаше здесь. Мне нравится, что тут полоски, они сочетаться будут с большим количеством одежды, потому что несколько цветов сразу в этой модели, спинка здесь идет спокойная. Рыжий цвет, ярко очень смотрится. Зеленый цвет и белый цвет. Размеры также самые остаются. 48, 56, 58. 300 рублей цена. Тут уже идет приз такой, принт, такое откусанное яблоко. Серый цвет, рыжий цвет, белый, зеленый, голубой и желтый. Размер этой футболки 48-58, есть все размеры. Смотрите, хлопочек, внизу кулиска, если надо. Такой симпатичный принт с девчонками, даже есть стразы. У этой модели цена так же самое остается 300 рублей. 300 рублей, я просто в шоке от цен. Значит, розовый цвет, серый цвет тоже очень симпатично смотрится. Рыжий, яркий, такой кирпичный он. Голубой, нежный, даже цвет мята, я бы сказала. Беленький. 48-58, 300 рублей. Черный и беж. Модель с цветочками также самая идет, 300 рублей. 48-58 размеры. Хлопок. Сзади спинка однотонная. Цвет нежная роза. Кирпич. Черный цвет. Серый цвет и бежевый цвет. 300 рублей. Футболки 48-58. Цена 300 рублей. Смотрите, еще есть вот с таким принтом. Здесь идет такая абстракция немножко. Два человека. Розовый цвет. Черный цвет. Даже стразы присутствуют на этой модели. Белый цвет. Мята. И серый цвет. Поверьте мне, то, что здесь такая цена 300 рублей, это не значит, что они ужасного качества. Нет. Просто Эдик старается очень часто обновлять ассортимент, поэтому он делает такие хорошие цены. В других местах эти футболки стоят гораздо дороже. Просто не сравнить, в 4 раза дороже. 300 рублей. Смотрите, какая прям клубная, как будто бы футболка. Надписи переливаются двух цветов. Сами надписи, спереди кулисочка, если нужно, можно животик подобрать. Черный цвет, так же самое, 300 рублей. Серый цвет, беж и такой. И это третья модель, кстати, еще одна модель. Она тоже есть в расцветках, так же самое ее цена 300 рублей. Также есть брючки к футболочкам, которые мы только что демонстрировали. Сейчас дальше буду еще показывать футболки. Вот эти брючки в размерах 48-58, идут они в размерах. Смотрите, какая длина, у меня рост 169, с кармашками. Спереди идет лен, а сзади идет у нас хлопок, вот. Очень симпатично смотрится, можно как с классикой носить, так и как спортивный вариант. Широкая резинка, цена их 500 рублей. Значит, цвет есть беж, есть такой голубой цвет, сзади покажу тоже спинку. И цвет хаки, три таких самых ходовых цвета. Будет классно смотреться вообще с любой футболкой. Можно к ним как с принтом футболку, так и однотонный вариант. Сейчас тоже буду показывать. Дальше есть еще брючки.
Они в едином размере, так же самое идут по 500 рублей. Смотрите, такая модель. Широкие карго брюки с тормашками по бокам. Карго есть беж, есть такой, как сказать, наверное, персик, вот так, потом беж. Есть хаки цвет. Голубой цвет. Бежевый. А вот эти все брючки в едином размере. Ну, они до 46-48, начиная с 42 размера. 500 рублей, так же самое их цена. Есть также вот такая моделька, беж. И есть хлопочек, тоже единый размер. Они будут до 48 размера. 500 рублей их цена. Эта модель до 46 размера, 42-46, так же самое 500 рублей. Длину показываю, смотрите, вот, есть белый цвет, хаки, розовый, голубой, где вы найдете еще брюки за 500 рублей, скажите мне, голубой, зеленый, темно-синий цвет, и, внимание, яркий-яркий модный зеленый оттенок, цвет этого лета. Футболки в едином размере от 42 до 54 размера. Смотрите, достаточно просторная, прям такая оверсайз. 300 рублей ее цена и модели. Моделей на самом деле много разных. Вот то, что осталось, показываю вам. Все футболки по 300 рублей. Рубашки по 400 рублей. Смотрите, 400 рублей. 400 рублей. 400 рублей. 400 рублей, 400 рублей, 400, 400. И вот это однотонные футболочки, 300 рублей. 300, 300, 300, 300. Рубашки по 400 рублей. 400. Так. Такая голубая рубашечка. 400 рублей. И рубашка горох. 400 рублей. Дальше футболки по 300 рублей. 300 рублей. Рубашка 400. 400. 300 рублей футболочка. 300 рублей футболка. 400 рубашка. 400 рубашка, 400 рубашка, 400 рубашка, так, сейчас буду показывать вот так уже, рубашка 400 рублей, 400 рублей, видите, столько моделей, на самом деле, очень много, то, что осталось уже, хочется продать лето, чтобы получить осень, 400 и 400 рублей, рубашка, кстати, классная. Рубашка 400 рублей, смотрите, с надписью, тут все сделано, пришито, это вышивка, 400 рублей, 400 рублей, 400 рублей, о, вот эта рубашка классная, Голливуд, 400 рублей, 400, чтобы принты были видны, надеюсь, что вам видны, 400 рублей, 400 рублей. Есть с таким принтом для девчонок, для подростков. 400 рублей. Фиолетовая. Красная. 400 рублей. Дальше. Футболки по 300 рублей. Это однотонный вариант. Фиолетовый цвет. Голубой. Серый. Беж. Зеленый. Черный. Белый. 300 рублей. Дальше супер модная футболка Nike. Она тоже есть с разными оттенками вот этой самой надписи. 42-54 размеры. Показывает цвета. Черный, белый, серый. Кому спортзал. Дальше Селин футболка. Тоже 300 рублей. Вот такие модные футболки. Сейчас они очень много где бывают. 300 рублей с зайцем и с завязками. И цвета. Серый цвет, черный,
с Мишкой. Такая футболочка 300 рублей. Делайте скриншоты, успевайте. 300 рублей такая с Мишкой, с шнурочком. И цвета еще. Белый цвет, шоколад, черный цвет. Дальше. Вот такая с зайцем тоже 300 рублей. Белый, шоколад, черный цвет. Так, эту модель показывали. Дальше рубашки 400 рублей. Смотрите, желтая. Тут разные модели, просто тоже, понимаете, остатки, поэтому такая цена. Так что выбирайте, делайте скриншот, но они есть в количествах. Все рубашки по 400 рублей. Цвет очень красивый. О, вот эта морская просто бомба. Кто едет куда-то отдыхать, на купальник накинул, очень красиво будет смотреться. И желтый цвет. И вот такая еще, тоже красивая муслин. 400 рублей рубашечки. Дальше, более нарядный вариант, уже можно готовиться к осени. Смотрите, леопард, прям к моей юбке, тоже идут 400 рублей. Ткань, кстати, очень приятная, тоненькая, это натуральная ткань. Рубашки. Есть такая же желтыми, желтая по цвету. Так же самое идет 400 рублей. 400 рублей. 400 рублей. Дальше. Веселая рубашка. Тоже ткань натуральная. 400 рублей. Супер яркая. 400. 400. Размеры узнавайте по именно той модели, которая вам понравилась. Вообще, 42-48. 400 рублей. Дальше вот. Такие рубашечки супер яркие, к льняным костюмам. 400 рублей. Вообще рубашка это супер вещь, которую накинул, побежал. И с джинсами можно носить. Ее можно носить абсолютно круглогодично. 400 рублей. 400 рублей. 400 рублей такая с лицами. Это платье 42 размера. Платье только 42 размера. Стоимость его 500 рублей. А, смотрите, есть в белом цвете. Мята. Белый вот с такими цветами. Шоколад. Голубой. А, немножко другая модель. Здесь завязочки сверху идут. А, зеленый цвет. Розовый. Черный. Цена 500 рублей. Эти футболки также самые по 300 рублей. Модель очки. Есть белый цвет, шоколад, черный цвет, беж и серый цвет. Также есть еще вот такая футболочка с своеобразным вырезом. Она в размерах идет 42-46. По стоимости также 300 рублей. В общем, в этом магазине модели, все платья по 500 рублей, футболки по 300 рублей, рубашки по 400 рублей, платье там показывало уже тоже по 500 рублей. Делайте скриншоты, приходите, покупайте, заказывайте онлайн, все вам отправят, покажут. СТ7, павильон номер 123. Спасибо Эдику за такие шикарные цены. Всем пока!